Ребятки, я гуляю по озеру Баскунчак. Прямо по озеру. Давайте я покажу. Вот оно сзади меня. О, ребята, красота, конечно, безумная. Я вот съездила на озеро Эльтон. Оно тоже соленое. Я приехала поздно вечером. И были тучи. Смотрите, смотрите, мой пес пошел грызть деревья местные. Не знаю, почему деревья, но эту картинку постоянно фотографируют, когда вот фото озера делают, да? Ой, моя несчастная собака уже несколько раз лизнула эту воду. А давайте я тоже лизну. Попробую. Я смочила руку. Ой, я боюсь. Да, в принципе, ничего. Не, ну соленая. Как будто, знаете, много-много соли положили. Ну, в стакан с водой вы бы положили много-много соли. Вот такой вкус. Вон там моя плюхалка. Ух, я думала страшнее, потому что я помню, что лизнула в мертвом море водичку и отплевывалась потом не знаю сколько. Давайте еще как-нибудь красоты-то покажу. Ребята, смотрите, я на озере, я так счастлива. О, ребята, здесь классно, я не могу. Я попала под закат. Смотрите, сейчас видно, не видно. Я хожу прямо по соли. И мой пес ходит прямо по соли. Ой, я как настоящий турист увешана всем, чем можно, фотоаппаратами. Всем. Не знаю, полезу ли я купаться. Но посидеть тут бы, наверное, было приятно. Хотя, знаете, ногу колет. Ногу колет, потому что это соль, и она немножко такая окаменевшая, костеневшая. Ребята, мне так нравится. Ребята, путешествуйте, путешествуйте. Это так здорово. Я вот иду по воде, шлепаю, людей нет. Я так люблю, когда людей нет. Знаете, как я вам сейчас еще покажу? Я сейчас пойду прямо-прямо по соли. Сейчас, секунду. Переворот. Смотрите. Так, на мои грязные ноги не смотрите. Это я ступила в местную грязь. Сейчас вся в грязи. Дара! Дара! Дарья! Нет! Не-не, он пойдет знакомиться! Вы не боитесь, да? Ну ладно. Ну сходи, можно. Сходи. Разрешили тебе. Да. А вы? Ну, тетенька, да, еще покажу. Смотрите, как облепило дерево солью. Прямо утащить бы такое дерево. Круто, да? Вот, это озеро Баскунчак. Да. Ну, в общем, красотища, да? Безумно красиво. Сейчас я выключу. Давайте, путешествуйте, ребята, это круто.